А сейчас о происшествиях. В нашу редакцию обратились жители деревни Пищалкино, расположенной на реке Орши недалеко от Твери. По словам сельчан, в Орше обнаружен мор рыбы, а вода в некогда чистой реке стала необычно мутной. Граждане обеспокоены, ведь на это место ежегодно летом приезжают большое количество людей, чтобы отдохнуть и насладиться теплой чистой водой и порыбачить. Жители Пищалкино во вторник вечером передали на вот эти кадры с мертвой рыбой. А также обратились в администрацию Аввакумовского сельского поселения, природоохранную прокуратуру и рыбный надзор. В данный момент на участке производится проверка. В свою очередь, мы тоже буквально на следующий день утром выехали на Оршу. Но каких-либо следов загрязнения воды и погибшей рыбы не обнаружили. Возможно, имело место локальное загрязнение водоема. Но поскольку вода здесь проточная и течение довольно интенсивное, то и губительная для фауны грязная вода могла попросту уйти вниз по течению. Несмотря на это, мы надеемся, что в ближайшее время специалисты разберутся с имевшим место инцидентом на реке Орша. А горожане успеют еще в конце лета побывать на снова чистой и здоровой реке.